Всем привет, ребята! Если вам нравится Pixelmon, то ставьте лайк. И не забываем то, что если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве, ровно через 9 часов после того, как выйдет эта серия. То есть, если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Я благодарен вам за каждый лайк, за каждый комментарий, который вы ставите, за то, что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждении нового видео. Но, ребята, не забываем, если вы хотите новую серию, то поставьте лайк, и новая серия еще выйдет сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребята, сейчас мы дальше побежим прокачивать нашу командище. Камерапта осталось, Вимсикота, сало нам осталось прокачать. Как бы это странно не звучало, прокачать сало, ну, Галета и Гипно. Вот ты топтальчик, а? Иди сюда, я еще тебе... не успел я сказать, как ты уже улетел, паскуда. Ну, ща, и так мы тебя запинали. Вот, вот кто мне тут топчет грядки. Вот, топчет да топчет, топчет да топчет. Как не приду, все топчет да топчет. Ладно, ща мы это все заново посадим. Яички. Так. Картошечку. Как она уже надоела, картошечку. В жизни каждый день картошечку. В майне каждый день картошечку. Где ты картошечку тут только не едим. Вы как, ребята, с картошечкой? Не каждый день, да? Ну, у меня как? То пюре, то еще что-то. То такая картошка, то жареная, это... То переваренная, то сырая, то недоваренная, то пережаренная, то... Ну, в том смысле, что столько картошки есть, что уже... С ума сойти можно, сколько ее есть, вот эту картошку да картошку. Уже бы что-то разнообразие, да, какое-то, ребята? Так, ладно, давайте покушаем морковочку. И пойдемте-то поставим... Нет, то-то-то... Назад. Это я забыл сюда поставить. Так, Финакс, потопали дальше. Так. Ребята, что нам нужно? Не, ну, в принципе. Я читал, ребята, комментарии, ваши комментарии к предыдущей серии, к тому, что если я не найду Райквазу, то я могу выкинуть нахрен 400 калмаза или там 3 и заспанить себе Райквазу. Я, в принципе, полностью согласен, но есть одно но. Это то, что... Вы, например, да, знаете, что у меня есть и магазины, ТМ-ок, яблок и всякого остального. Но, например, были такие случаи, когда я, например, там спавнил себе шайни покемон, или, например, когда выкидывал один фосил, 5 алмазов и менял на другой фосил, то люди, которые не знают, что у меня есть магазины и все такое, начали мне писать, что ты читер, что всякое такое, ты не можешь играть честно, ты не можешь там добыть самому вот это, что тебе нужно, ты это покупаешь, ты это меняешь. Поэтому, ребята, вот такая фигня. Если, например, выкинуть 400 алмаза, то вы будете знать, что у нас такие, как это можно сказать, что у нас такие схемы, да, что мы одно выкидываем и покупаем второе. Но есть люди, которые этого не знают и, наверное, начнут писать, что я читер, что прям офигеть, не могу честно играть. Поэтому, ребята, если честно, в принципе, пока что не знаю. Так, давайте мы эти темки поскладываем в сундуки, чтобы они у нас тут не были. Так, это сюда, это чё? Сюда. Это. И больше вроде мы ничего не сможем сложить, да. Так. Ребята, куда? Куда? Туда или сюда? Думайте, потому что я не знаю. Не, нам же сейчас уже, ребята, на бишарпов нужно идти. У нас же уже сало 39-й. Смотрите, прикол. Я только тпхаю, спавнится Кёгр. Сразу же, ща, пару минут. О, там Басяндра. О, ну кто же еще в океане, да, посередине океана, но не там, кто там старый или еще кто-то, нет, ребята, это должен быть Magikarp, какой жопа Magikarp, это должен быть Диглет, который там где-то, не знаю, где заспавнился, но все же это Диглет должен быть, с кем ты там в бою, ладно, давайте быстренько вот этого, ребята, сейчас мы быстро докачаем нашего Вимсикота, и быстренько начнем прокачивать Галета. Галету еще как раз... О, как раз мы уже его докачали. Галету тоже еще 10 уровней осталось. Так, быстро это выкидываем. То есть, ну, берем сюда. Галет берем сюда. Ставим сюда. Обменчик такой. Так, сейчас.
Сейчас мы, ребята, начинаем прокачивать Галета. Его мы тоже, мне кажется, очень быстро прокачаем, потому что с помощью Shadow Ball'а это будет офигеть, как быстро. Так, ну, тот же Energy Ball, тот же Shadow Ball, Dark против Вон, их тоже офигенно, и мне кажется, ну, не так, например, как электрический против водных, не так как травяной против водных, но все же лучше, например, чем водный против водного, да, поэтому давайте быстренько электрода. Так, я сказал электрода, во, давайте вылечим Галет. Ну, вы тут дебилюги двое бейтесь, а я пойду большего уровня за колбашу. Так. Нет, в принципе, да, я что-то не туда посмотрел. Ух, это не... О, нифига себе, как ты забабашил ему. Такой неожиданный крит, знаете. Хотя нет, в принципе, ну, с двух ударов. То есть даже не крит, а это обычные два удара. Давайте еще раз посмотрим. Да, два удара. Помню, была какая-то песня. Два удара, не помню кого, но что-то как-то вспомнилось. Еще, ребята, я вам хотел что-то сказать, но... Забыл, потому что я только что, ребята, домой пришел. Да, 11 часов ночи, я только что домой пришел. Ну, в принципе, правда. И чё-то я такой голодный, чтобы идти пожрать что-то. Это у меня, ребята, такая традиция. Ну, это еще, ребята, это у меня еще скоро жрать. Вы не ослышались, да, у меня 11 часов ночи, это у меня еще скоро жрать. Вот где-то в 2-3 часа ночи я как раз люблю начинать себе там идти бутерброды делать, там помидорку себе порезать, не знаю, что там, капучино себе сделать или чай. Да, в 3 часа ночи, у меня, ребят, такая традиция. Вы как на выходных? Ночью. Никто не жрет, потому что я от этого никак отвыкнуть не могу. Пожру, то есть поужинаю, да? О, как раз Галет эволюционирует. Поужинаю, отлично, все, наелся. Через 3 часа, например, там где-то в 10-11 часов, я опять немного проголодался, иду там себе что-то перекушу, да, и кефирчика выпью или еще что-то. Все, вроде накушался, все отлично. 2 часа ночи меня бомбит, прям желудок кричит, дай мне пожрать. Это, ребята, в 2 часа ночи. И я не могу заснуть, хоть бы как я и пытался про это забыть, что я не хочу кушать или еще что-то, я никак не могу заснуть. Я не могу ни во что играть, я не могу фильм смотреть, я не могу музыку слушать. Нет, пока я жрать хочу, я ничего, ребята, не могу делать. И это в 3 часа ночи. Это, конечно, с этим нужно прекращать, но я ничего не могу с этим сделать. Только жрать. 2-3 часа ночи я иду себе жрать делать. Моим родителям сейчас уже на работу через 2, ну сколько там, 2 часа ночи, ну где-то в 7-8 часов, да, на работу вставать через пару часов, а я только иду себе жрать делать. Ну это фигня, уже пытался от этого отвыкнуть, это знаете как ломка, пытался бросить, продержался там неделю, потом сломался, знаете, как какой-то наркоман, так разговариваю, да, то есть... Неделю продержался, не кушал ночью, потом с неделю опять подсел на жрачку ночью. Так, ребята, Галурк, давайте пока что его оставим, потому что, вы что, с ума сошли, что ли? Где мой телепорт? А, вот он. Вы что, сумасшедший, что это за богатня тут? Хрен его знает. Так, ладно. Plains? Оу. Переставай глючить. Райкваза, не? Не, никак. Ну чё-то я вообще, ребята, не в курсах. Тут ли она должна спаяться? А не тут ли она должна спаяться? Сейчас, ребята, дайте мне секунду, я сейчас зайду, я сейчас посмотрю, где она спаяется. А вы там кричите, ребята, если она заспавнится, просто кричите там, смотри, она там заспавнилась, а ты не видишь, смотри, быстренько, сразу кричите, ребята, если в чате увидите, что она заспавнилась. Орите просто, потому что я сейчас не смотрю, я сейчас немного другое смотрю. Так, ну что там, ребята, еще никто не заспавнился, не? Не, сейчас посмотрим, не, никто. А мы вообще там стоим, да, там. Ладно. Кричите, ребята. Если только заспавнится, кричите.
Райкваза спавнится в биоме Sunflower Plains. Спавнится на закате и ночью. Бабам. Но чё-то как-то не очень она ночью спавнится, как я вижу. И ни днем она не спавнится, и ни ночью она не спавнится, ни на закате она не спавнится. И вообще она тут не спавнится в этом Sunflower Plains. И фиготня какая-то, ребята. Потому что я вообще не в курсе, где ее искать, где ее не искать, где ее ждать, не выжидать, потому что фиг ее знает. Ух, а вдруг она вообще не спавнится, да? Вдруг они забыли ее добавить, поэтому нужно быстренько обновлять версию, да? Чтобы ее заспавнить. Так, ты чё? Во. Нет, давай не тут. Давайте где-то. Нет. Вот так, пожрём. Райкваза, ребята, нет. Это сволочь. Которая кучами спавнилась, но сейчас вообще ее нереально не найти, не словить, ни хрена. Ладно, так. Маунтейнс. Отлично. Так, Бишарикпы. О, ты уже тут. А это кто? Джиодудуд. Так, ладно, давайте, ребят, тогда за Джиодудом. Мы же можем летать на роботе этом. Ну, в принципе, он так выглядит просто. Так, ну, Галурк, где ты? Харе там притормаживать. Где-то Джиодуд. Вижу. Сала. Сала против камня. Кто победит? Конечно же, сало. Сало это сила. Я так думаю, видео знает. Я вообще сало никогда не ел и не буду. Ну, в смысле, я наперед не говорю, ребят, что-то я вообще в этой серии только про сало и говорю. Какой в жопу сало? Только идеи говорю. Но говорю, ребят, я просто жрать хочу, только что домой пришел. Уже начинается балаган какой-то в животе, уже там война начинается, бурчание, поэтому, ребята. Нужно идти еще покушать, а то я картошечки сначала сказал, потом о сале, потом еще о чем-то, то, что я жру ночью. Так. Не, ну, сам смысл, если говорить то, что я с Украины, да, я жил в Украине, то есть, ну, недавно, то есть, не недавно, но и недавно, что-то вообще как-то немного странно, ну, сама суть, то, что я жил там, ну, лет так 4 или больше назад. И сама суть то, что, ребята, вроде сало это же украинская еда, можно и так сказать, да? Ну, там больше всего его любят, но я никогда его не ел и я никогда его не любил. Может, я пробовал там 1-2 раза, но я никогда его не любил, поэтому фиг его знает. Так, ну зато у нас, ребята, есть сало в команде. Вот ты чё? Так, ух, нифига себе, сколько там всякой. Их, Energy Ball выпал. Ух, офигеть, мы сэкономили 5 алмазов. Ну чё, дурачка 2. Как, разберетесь там, свои терки, перетерки, и сколько вам еще там пинать друг друга? Я так вижу, уже чуть-чуть. Ну давай, допинай, прям. Вертушку с разворота, прям ему челюсть. Давай, Бишарп. Да засади ты ему уже сандалем. Ну. Во, иди сюда, мы тебя отблагодарим. Ух, какой ты, расцелую мы тебя. О, отлично. Так, где тут еще? Вот, вижу. Только не дерись там ни с кем. Хренакс. Ты чё, хрени? Хренакс, чё ты... Хренакс еще раз и... Ультра Хренакс сейчас будет, то есть финиш Хренакс, да, финиш Хренакс был. Так, вылечимся. Ща. Кого я... Ты чё? Да какая корова? Не корова, не камерапта, давай-ка ты... Во! Иди-ка ты сюда, что-то они уже начали пропадать, или они так спавнятся? Вот ты жердяй, а, не дают... Корова, она и пропал, то есть я не успел. Ладно. Иди сюда. Еще раз. Отлично. Там еще один мелкий Бишарп. Вот вы хоть друг с другом драться не начали. А то вы любите друг с другом. Вы поняли, что они любят друг с другом драться. Конечно же, дракса. Дракса, что я сказал. Драться, что вы еще подумали?
Что они еще любят? Только драться ночью. Друг с другом. Не успевает заспаниться, как сразу друг на друга набрасывается, как начинает драться. Ух, Диглет. Опа. То есть, мы словили Шайни Бишарпа, а сейчас заспаунился Шайни Павниард. Конечно же, лучше. Да ты чё, охренел уворотливый какой. Во. Прям засандалили тебе покеболом в башкенцию. Так, ну иди сюда, Павниард. Ты как раз нам и нужен. Мы словили Шайни Бишарпа, но Шайни Павниард, конечно же, лучше. По сути дела. Так, вот ты жердяй, а. Вот этот гулурк. Гуларк, не знаю, как правильно, ну, фиг его знает, пофиг. Так, ладно. Ловись, Павниард, большой или какой-то там маленький, что мне кажется. Отлично, Шайни Павниардушка. Чурки, в этом еще долго нет? Как вы? Ответьте на вопрос. Да ты... Я не знаю, ребята, я... В одного немного, ну, в принципе, они уже сейчас кончат, ребята. Кто-то из них кончит. Кончит бить друг друга, а потом один с них останется, мы потом на него нападем. Ну, вы правильно поняли. Так, не убегай. Иди сюда. Вас как раз тут под утро так кучи знают спавниться, как я заметил. Да какой джудут? Не нужен нам джуду, дайте нам бишарпе. Иди сюда. 45-й уже камерапт, наша коровушка. Это нет, сказал же нет, а ты напал, вот ты. Так, не понял, да, чувак, мы же сказали ему нет, он и так напал. Недоходчивый какой-то. Так, опа, полетели туда быстро, пока эти двое чудака не пропали. А то им еще недолго осталось. О, там еще один. Так. Зафигачили. Опа. Так. Там еще один. Что-то он немного на секунду залагал, как я понял. Или фиг его знает. Не убей. Вот зараза. Уимсикот. Отлично. Да что вы там... Оху, это еще круто. Напади быстро. И тот покемон, который нам нужен. И шайни на карте. И зеленый покемон. И желтый обычный покемон. И босс там еще. Где? Я не вижу. Вот уже вижу. Манчлакс. Опа. То есть у нас есть обычный манчлакс, но сейчас еще будет и шайни манчлакс и шайни павиард. Вообще охрененно. Словись, не будь. Ладно, ты тварюга. Ну давай еще два. Или еще один. Или не знаю, сейчас посмотрим. Словись, манчлакс. Я знаю, ты не очень хочешь ловиться. Ну пожалуйста. Ну словись, ну ты же шайни, ну ты же манчлакс. Ну словись. Ну пожалуйста. Ну, ладно, иди ты нафиг. Залезай в мастербол, нам и так уже больше некого ловить, поэтому пофиг. Мастерболы нам только нужны для Райквазы, для Мьюту и, в принципе, для Поригона то, что... Ну, в принципе, и для Шайни, да, то есть это такое дело. Так, ща. Так, ночью, в принципе, уже тут нефиг делать. Точнее, какой ночью? Днем. Что тут, если уже бишарпы все пропали? Так. Да. Во. Ух, еще что-то пехается, потому что рядом нету телепорта. Так. Да какой... Ну, в принципе, да, нам и сюда нужно. Еще гуларку 5 уровней прокачать. Зато уже камера у нас уже... 40... Какой? 46-й, да. Отлично. Еще, ребята, до этой серии, до конца этой серии мы уже докачаем этого камерапта. Вы что, тут тоже настроили такие чурки, которые только между собой дерутся? А чё, зажалось у вас против нашего гуларка? Да тут... Не то нажал. Как вы уже поняли, да? Ну, ладно, мы вернулись. Иди сюда. Вот ты шустрый.
Вот паскуда. Оттуда пробежал за секунду с сумасшедшей скоростью. Мы на него не успели напасть, а он уже сразу с другим в бой вступил. 21 уровень. Захреначил? Или нет, он захреначил, не просто где-то там в воде. Что за твою? Я один это понимаю, или у меня глюки? Ща, перезайдем. Ну ща. Во. Я не знаю, ребят, я просто не мог вызвать покемона. В том суть, что я вот так нажимал на кнопку, он не вызывался. Хренотень. Так, ладно. Быстро, быстро. Еще раз быстро. Сейчас еще быстрее. О, сейчас еще быстрее попробуй. Давай прям вообще супер быстро. Еще раз. Галар, пожалуйста, давай, давай, еще быстрее. Убивай. И что ты там еще делаешь? Нам нужно тебе еще 3. Да, 3 уровня прокачать. Ты уже 47-й. Так, до конца серии, то есть до ночи, нам еще тебе зафигачить нужно парочку уровней. Точнее, 2,5, если быть еще вообще офигенно каким точным. Так. Краби. Крабовые палочки, идите. О, точно, краби у нас будет крабовые палочки. Давай. Давай, давай. О. А, я что-то нажимаю, да, и жду, что-то сейчас произойдет. Нет, нет, ну да, 2,5 уровня, то есть уже практически 2. Мы же перезашли, я такой нажимаю, жду, где эти записи, что, ну, в смысле сообщения, которые я печатал, да? В том смысле, чтобы вылечиться или тпхнуться. Так, отлично. Где вы, большие уровни? Ты, конечно, небольшой уровень, но все же. Отлично. Еще 1,5. Гулаг, давай, поднажми свои мышцы. Чтобы еще быстрее заваливать врагов. Ну, как врагов. Покемонов. Быстро. О, еще один уровень. Офигенно. Тебя. Еще один уровень и валим отсюда. Ну, да, в принципе, да, валим. Так. Так. О, ты лагучий. Или застреючий. Так. Ну, то, что у нас еще сало 47. Еще сало прокачать нужно на бишарпах. Один раз, мне так кажется. Так же, как и камерапту. Еще 3 уровня. Так. Ну, вот, отлично. Ну давай, Глурк. Опа. Так, ну, о, как раз офигенная атака изучилась. Только сейчас она уже нам нафиг не нужна. Ой, не то использовал. Ну. О, еще и ты напал, нифига себе. Так. Хотя, ребята, точно, что-то я затупил. Мы же тут даже камерапта можем качать. Вот там босс. Мы же тут даже камерапта можем качать. Вот я что-то затупил с этой атакой, не увидел. Так, Басян, иди сюда. Тогда еще сейчас... А, в принципе, все, Глурк уже 40... Уже, какой 40? Уже 50-й. Быстро! Еще быстро. Да ты ж. Опа. Да ты че же издеваешься, что ли? Хотел переставить и. Твою ж. Хотел поменять шапки. Я поставил так же, как и было. Ну, в принципе, я так и понял. Мы тоже можем убивать, но они тоже нас быстро могут убивать. Из-за того, что они водные, а у нас. Огненный. Так, ребята, что? Делайте ставки. Успеем еще камерапту 3 уровня зафигачить. Успеем или не успеем? Если этого убьем, то 2 уровня. Отлично. Давай, быстренько. 2 уровня до конца серии. Твою ж. Вот такими способами мы, конечно, 2 уровня не успеем, но если нас будут валить каждый первый, второй или какой-нибудь там. Нужно вылечиваться. Так, не убей.
Не будь тварюгой, пожалуйста. Не убей, не надо. О, наша сало эволюционирует. Давай. Давай. Голубенькое сало. Ну? А какой ты там уровень? Я что-то 45-й вроде или какой? Что-то я не помню. Покажись. Ну покажись. Валрейн. Ребята, это хреново. Он уже не сало, он уже Валрейн. Но ты навсегда останешься с салом в наших сердцах. Мы тебя запомним таким, как ты был до Валрейна. Ты всегда будешь салом. Так, ладно. Ты был красивее, когда ты был салом, а не Валрейном. Ну, ладно, так уж и быть. Будь следующей эволюцией сала. Улучшенное сало. Нифига себе, сколько вас тут позаспанивалось. Эволюции крабовых палочек, да? Это тоже следующая эволюция крабовых палочек. Так. То есть улучшенные крабовые. Но с этих крабовых еще и больше намного опыта падает, поэтому офигенно. Еще раз. И еще раз. Ух ты, сколько опыта. И еще раз. И еще. И дай нам. Дай нам 50 уровень. Ух, спас... Так, нет, какой? Да, принцип он 50, электрод 54. А сало какой? Нужно будет еще посмотреть. Ну, где-то 44. Ну... Еще сало прокачать, еще кого-то прокачать. Гип, точно, нам еще гипно прокачать. Гипно 43-й, нам еще нужно 6 уровней в Валрейну. И 7 гипно. Что, ребята, топаем домой. Хопа. Ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, не забываем, ребята, если наберем 200 лайков, чтобы я видел вашу активность, чтобы вы придали мне силы, энергии на то, чтобы сделать еще одну новую серию. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.